Маш, давай туда, только не нырни в сугроб. Там сугроб, наверное, метра три. В лесной поляне так делают. Все вычищают посерединке. Снежок растусовывают по углам. Тут туалет, кстати, бесплатный. Может заходить, кто хочет. Короткой, а куда еще короче? Вот тропинка. Маша выбрала себе короткую дорогу, чтобы залезть сюда, да, Маш? Коротко, да, ага. Вот там строят танхаусы. Сейчас подойдем ближе. Вот они, танхаусы. Ну, как-то они, да, прямо возле дороги. Дорога такая. Вот построят только 4. Глубину будет дальше. Вот это лесная сказка. Здесь каток. О, елку убрали наконец-то. Ты можешь там аккуратнее, там вообще кататься можно, нет? Так. Вот эти танхаусы строят. Не знаю, конечно. Вон тот, вот этот танхаус, он находится прям возле зоопарка. Это, конечно, да, ужас. Прям возле зоопарка. Чушь какая-то. Вон тот, дальний еще ничего. Вот этот первый мы считали, вот этот второй. Там третий вроде как. Там четвертый. Их наоборот надо брать хотя бы подальше. Я так думаю, в третьем. Раз, два, три, четыре. Пятом, шестом, седьмом, восьмом надо брать. Вот так вот. Я не вижу, где здесь монолит кирпич. Вижу. Каркас какой-то железный. Ой, чего упал, снимаю уже. Ну, тут второй дом, или как не знаю, либо он первый, прям возле зоопарка. Ничего хорошего, от зоопарка все равно всегда воняет. А там воняет. Не знаю, может зоопарк будет делать меньше? Ну, как-то не очень прикольно. Между ними хорошее расстояние.
Оказывается, днем в лесной поляне шумно, сваи убивают. Мы приехали, слышно все. Но не из дома слышно, а на улице. Когда по улице шли. Вот из парка эти дома сейчас очень хорошо видно. Не знаю, это просто большие квартиры. Такое ощущение, что они строят прямо на территории зоопарка. Что-то каток весь испортился. В этом доме брать нельзя. Слишком близко к вонючему зоопарку. А зоопарк все равно пахнет. Вот расстояние между домами, вот эта полоса домов идет, и вот пошло расстояние, и вон та полоса, конечно, большое. Какие-то китайцы, что ли, работают, они, наверное, быстро работают. Стены странные. И вон туда вглубь пойдут эти дома. Вон туда.